Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг». Сейчас мы находимся на четвертом этаже нашего громадного склада. И посмотрите, сколько здесь кузовщины именно для вашего автомобиля. Компания «АвтоСтронг» – это отличный сервис, быстрая доставка и отличные цены. Ну и прямо сейчас встречаем распространенный и проблемный в эксплуатации мотор Nissan QR25DE. В 2001 году компания Nissan представила новый двигатель 2,5 литра QR25DE. Он был создан на основе двухлитрового QR20DE. Дополнительный пол-литра объема этот двигатель достиг за счет увеличения хода поршней. Для этого 2,5-литровый двигатель получил укороченные шатуны и оригинальный коленвал, обеспечивающий увеличенный до 100 мм ход поршней. Диаметр цилиндров в данном моторе остался неизменным – 89 мм. В головке блока данного двигателя два распредвала, 16 клапанов, гидрокомпенсаторы отсутствуют, пластинчатая цепь ГРМ, а под коленвалом расположился модуль балансирных валов. В 2007 году мотор немного модернизировали. QR25DE получил улучшенные поршни, усиленные шатуны, немного изменили модуль балансирных валов, который, кстати, был смещен немного к центру. Двигатель QR25DE устанавливали на все среднеразмерные автомобили Nissan, такие как Nissan Primera P12, два поколения X-Trail, также Altima, Navara, Murano. Сегодня же мы будем разбирать двигатель, который был снят с Nissan X-Trail 2004 года. Двигатель QR25DE славится и славился своей скорее ненадежностью, чем надежностью. Очень много хлопот он приносил своим владельцам. Моторы 2007 года лучше. В феврале этого года в Штатах был найден пикап Nissan Frontier, он же Navara, который с этим мотором проехал 1 000 000 миль. Причем никаких ремонтных работ в данном двигателе, кроме замены цепи ГРМ, при пробеге в 700 тысяч миль не производилось. Масло в том двигателе меняли каждые 10 тысяч миль. Проблемы двигателя QR25DE очень часто связаны с перегревом. Перегрев обычно случается из-за засорения внутренней или внешней части радиатора. Умельцы даже придумали способ развальцовки радиатора для чистки его каналов. Также перегрев может случиться из-за проблем с термостатом. На перегрев данный двигатель отвечает деформацией ГБЦ, пробоем прокладки и закоксовыванием маслосъемных колец. Выхлопная система двигателя QR25DE оснащена двухступенчатым катализатором. Предварительный катализатор находится буквально в начале приемной трубы. В первые годы выпуска данный двигатель имел катализатор с керамическими сотами, которые быстро забивались. Быстро забитый катализатор пылит керамической пылью, которая попадает в цилиндры и вызывает задиры. Задиры вызывают жор масла. В двигателях, которые были выпущены до 2005 года, керамический катализатор меняли по гарантии на металлический. Также по гарантии меняли моторы, которые пострадали от задиров. Металлический катализатор тоже может пылить при засорении и оплавлении. Это обычно вызвано плохим топливом и маслом. Двигателям, выпущенным до 2006 года, достался неудачный датчик положения коленвала с пластиковым корпусом. Данный датчик пропускал масло через корпус, сигнал терялся, и тогда двигатель начинал глючить, то есть плохо заводиться, глохнуть при разгоне, а также после запуска стрелка тахометра не поднималась. При неисправности датчика положения коленвала двигатель плохо запускается на горячую, тупит при переключении передач, а также обороты двигателя могут зависать. Также появляется ошибка, указывающая на проблемы с датчиком положения коленвала. Доработанный датчик уже помещен в металлическую колбу. Маслом не течет, но и долгим сроком службы не отличается. Датчик положения распредвала установлен вот здесь. Нередко глючит, по нему появляется ошибка, и при этом двигатель очень плохо заводится. На данном двигателе дроссельной заслонки не оказалось. Ну, естественно, мы нашли отличную дроссельную заслонку на нашем огромном шестиярусном складе. Так вот, дроссельная заслонка на двигателе QR25DE
капризная. Бывало даже, что новые автомобили с прогретым двигателем глохли после запуска в результате плавающих оборотов. Даже по этому поводу в инструкции по эксплуатации есть заметочка, что двигатель для успешного запуска надо запускать с нажатой педалью акселератора. Избавиться от нестабильного холостого хода можно путем чистки дроссельной заслонки и ее адаптации. К счастью, адаптация производится без каких-либо специальных приборов, а специальными манипуляциями с педалью акселератора. Если дроссельная заслонка очень быстро загрязняется маслом и сажей, значит двигатель имеет проблемы с жором масла, то есть слишком много масла попадает во впускной коллектор из системы вентиляции картерных газов. Вот я вырос и теперь уважать себя заставил. Раньше был я черепашка, а теперь я черепавел. Встречаем, Павел! И мы начинаем нашу разборочку! Термостат в двигателе QR25DE находится в блоке цилиндров, а вот в тройнике системы охлаждения находится распределительный клапан. По сути, это тот же термостат, который открывается при 95 градусах. Когда этот распределительный клапан закрыт, то не происходит циркуляции охлаждающей жидкости в блоке цилиндров. Это сделано для того, чтобы двигатель лучше прогревался. Но из-за такого решения стык между постоянно охлаждаемой ГБЦ и блоком цилиндров испытывает разницу температур, что приводит к пробою прокладки ГБЦ. Вдобавок высокая температура в блоке цилиндров приводит к закоксованию маслосъемных колец. А если вот этот термостат и вовсе заклинит, это приведет к перегреву двигателя, тогда блок цилиндров подымет ГБЦ. На практике владельцы просто удаляют этот термостат, риск перегрева снижается и печка быстрее начинает отапливать салон. На двигателе 2.5 есть вот такие металлические заслонки во впускном коллекторе. На двигателе 2.0 таких заслонок нет. Они известны тем, что вот эти винтики ослабляются и заслонки улетают в направлении впускных клапанов. Как правило, заслонки двигателю никаких повреждений не наносят, потому что они широковаты. Но вот эти винтики могут попасть между поршнями и клапанами. Но если эти заслонки очень удачно деформируются, изогнутся и попадут под клапана, то клапаны получат повреждения. Вообще назначение этих заслонок – это уменьшение сечения впускных каналов для ускорения потоков воздуха. В данном моторе заслонки просто в идеальном заводском состоянии, поэтому кому нужны заслонки, айда в автостронг. Единственное, что мы порекомендуем, выкрутить эти винтики и закрутить на фиксаторы резьбы. Тогда они вам будут служить долго. Сальники свечных колодцев на двигателе QR25DE буквально впаяны в пластиковую клапанную крышку. По оригиналу они отдельно не продаются, а продаются только с оригинальной клапанной крышкой, которая стоит $200. Естественно, можно найти подешевле в автостронге. Сейчас уже выпускают неоригинальные кольца. Раньше умельцы, чтобы решить эту проблему, подбирали кольца с автомобилей Honda F и D серии. Старые кольца приходилось буквально выкорчевывать отсюда. Ну и по состоянию мы видим, что в данном моторе масло просто чернющее. Это значит, что его практически не меняли, либо меняли на очень-очень хреновое. 16 клапанов, 2 распредвала, гидрокомпенсаторы отсутствуют, но износа кулачков распредвала мы не замечаем. Фазовращатель и его управляющий соленоидный клапан служат хорошо и долго. Если возникают ошибки по системе изменения фаз газораспределения, а также муфта начинает стрекотать,
то надо почистить муфту, почистить соленоидный клапан. Также можно почистить маслозаборник в поддоне, потому что в этих узлах и в масляной системе могут накопиться частички закоксовавшегося масла. Цепь на двигателе QR25DE может потребовать замены при пробеге от 100 тысяч до 200 тысяч. Цепь может начать шуметь при движении автомобиля, то есть в момент работы двигателя, а также при запуске двигателя цепь тоже может начать скрежетать. Но в большинстве случаев цепь ведет себя тихо. Но возрастает расход топлива, двигатель ведет себя вяло, а также дергается при разгоне. Это происходит из-за того, что распредвалы не успевают за коленвалом. А именно из-за отставания фазы перекрытия впускных и выпускных клапанов. Все это безобразие можно увидеть по рассинхронизации сигналов с датчиков распредвала и коленвала. Чтобы поменять цепь, надо покупать ее, покупать цепь балансиров. Также меняется натяжитель, все направляющие, шестерня коленвала и шестерня распредвала. А если еще не повезет, то и фазовращатель. Сняли крышки распредвалов и обратите внимание, какие борозды на шейках. Это просто катастрофический износ. Моторы QR-серии не имеют гидрокомпенсаторов. При работе на бензине зазоры тепловые очень долго сохраняют свою номинальную величину. Напомним, что зазоры для впускных клапанов на холодном двигателе 0,24-0,32 мм, а для выпускных клапанов на холодном двигателе 0,26-0,34. На газу, если двигатель работает, то зазоры уходят быстрее, поэтому надо проводить ревизию тепловых зазоров каждые 50 тысяч километров. Если упустить этот момент, то на холодную двигатель теряет мощности, может заглохнуть как при разгоне, так и при торможении. Все эти симптомы пропадают, когда двигатель достигает своей рабочей температуры. Также в особо запущенных случаях двигатель может плохо заводиться, теряет мощности, троит и глохнет при любом намеке на нагрузку. Регулировка тепловых зазоров производится самым неудобным способом – подбором либо шлифовкой тарельчатых толкателей. После измерения существующих зазоров надо снимать оба распредвала. Ну а пока у нас разборочка в самом разгаре, хотим вам сообщить отличную новость. Компания «АвтоСтронг» выпустила отличный, классный стикер-пак для Telegram. Так что заходим в Telegram, в стикерах пишем «АвтоСтронг» и качаем себе стикеры. Также ссылка на стикеры будет в описании. Будь в тренде с компанией «АвтоСтронг». Температурный режим двигателя QR25DE нельзя назвать щадящим, поэтому через 10 лет обязательно дубеют маслосъемные колпачки, и масло начинает сочиться по клапанам и попадает в камеры сгорания. Его-то и начинает поджирать двигатель. Расход масла может достигать от 300 грамм на 1000 километров до 1000 грамм, то есть до литра. Поэтому замена колпачков в этом двигателе при каждом капремонте нужна. Пробой прокладки ГБЦ, а также нарушение геометрии ГБЦ – это, как мы уже говорили, частая проблема данного мотора, когда пробивает прокладку ГБЦ, антифриз в системе охлаждения уходит. Уходит он в цилиндры, также попадает в масляную систему, а оттуда в поддон.
также при пробитии прокладки ГБЦ возможны пузырьки в расширительном бачке, а также в системе охлаждения. Ну и по состоянию мы видим, что этот мотор реально жрал масло. Посмотрите на вот этот нагар, сажу, масляный налет. И также мы видим, что один выпускной клапан начал прогорать. Также отметим, что в перегретых двигателях QR25 наблюдаются трещины между стенками соседних цилиндров. Алюминиевый блок, открытая рубашка охлаждения, поверхность цилиндров лысая, то есть хона практически нет, и нагар на донышках поршней. Пятилитровый двигатель Nissan QR25DE начинает быстрее поджирать масло и раньше, чем двухлитровый двигатель. Для этого у него есть все данные: тонкие поршневые кольца, а также из-за некачественного либо слишком вязкого масла и перегрева поршней закоксовываются маслосъемные кольца. Если двигатель не наглотался керамической пыли, то повреждения в цилиндрах не наблюдается, поэтому данный двигатель очень хорошо лечится заменой поршневых колец. А у нас тут реставрировать нечего, потому что все изношено. Изношены коренные вкладыши, также шатунные вкладыши с задирами, потертые юбки, видать, терлись о стенки цилиндров при перегреве. Ну и коленвалу тоже да. Короче, всему полное да. Ну а в блоке цилиндров, как мы уже говорили, поверхность цилиндров сильно изношена, разборка закончена. Вот такой проблемный двигатель мы сегодня разобрали. Данный двигатель пострадал конкретно от того, что в нем очень редко меняли масло. Ну а большинство моторов QR25DE страдают от масложора. Если вы хотите знать о моторах, коробках и БУ запчастях абсолютно все, обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт, обязательно скачайте наш стикер-пак и помните, что с вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг».